Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мыла, который называется МАК. Для этого нам понадобится одушка Dolce Vita Dior, краситель пищевой коричневый, гелевый краситель красный, мыльная основа 2 стаканчика и формочка в виде мака и стеклянная палочка для перемешивания. Сейчас мы будем заливать сердцевинку мака, поэтому надо растопить мыльную основу. Мыльная основа у нас растопилась, и теперь мы будем добавлять краситель. Можно вместо коричневого взять черный, но мне захотелось сердцевинку сделать коричневой. Добавляем несколько капель и смотрим, достаточно ли нам цвета. Я добавлю немножко еще, хочу, чтобы было потемнее. Недостаточно. Теперь я буду добавлять отдушку. Я добавила 5 капелек. Все хорошо перемешиваю. И теперь заливаю нашу сердцевинку. Теперь будем ждать, пока мыло полностью застынет. Серединка у нас застыла, теперь мы будем заливать мак полностью. Для этого я беру красный краситель. И смотрю, достаточно ли мне цвета. Цвета мне достаточно. Теперь мы добавляем отдушку. Где-то здесь капелек 9. Я хочу, чтобы аромат был более интенсивный. Вы же наоборот можете смотреть, либо же более мягкий сделать аромат, либо крепкий. Теперь я заливаю основу. Формочку. И теперь ждем, пока мыло полностью застынет. Я достала мыло из формочки, и у нас получился вот такой мак. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки. До новых встреч!